Ну что же, приступим к главному. Снова здравствуйте. Я посмотрел кучу видео про Гандамы на форуме и тоже решил снять свое. Я не знаю, о чем эти видео. Там просто крутят коробку перед камерой, показывают литники, рассказывают про них и все. Ну, раз у меня есть Гандам, почему бы тоже такое не снять? Может, кому-то будет интересно. Там также берут помощника в кадр. У меня, к сожалению, только ведьмочки. И, наверное, вот так будет получше для кадра. Хотя, конечно, будет отвлекать. И давайте начнем, я не знаю. Это Strike Noir. Я, к сожалению, вообще не смотрел Гандам, и я не знаю, что тут рассказывать. Я просто покажу арт на коробке, покручу коробку, как они ее крутят. Что-то расскажут, что он там с подставкой, с, как это называется, нуар бэкпаком летающим. Что коробка стандартная для Бандая, что арты со всех сторон, что всякие фигуры показаны, которые можно из него крутить. Вот тут различные виды вооружения. Ну, коробка действительно стандартная. Это, кстати, мой третий Гандам, который я купил. Поэтому могу посравнивать. Ну, здесь я уже порылся, поэтому первым лежит инструкция. Инструкция не вся цветная, а только обложка внутри. Все, в принципе, тут литники. Все пронумерованы. Показано, что лишнее, что нужное. Процесс сборки. Здесь вот цветная вклейка. Дальше инструкция. И цветная. Даже что-то можно отрезать. И цветная, как в итоге выглядит сборка. Я до этого собирал Astray фреймы, красный и синий. Но в этот раз Strike Noir. Я вообще Гандам не разбираюсь, поэтому купил их чисто, ну, как визуально они мне понравились. Ну и собирать прикольно. Я пока ничего не распаковал, все в пакетах. Давайте прервемся на распаковку и потом покрутим литники, там посмотрим. Так, вот она, эта хренова гора пластика. Я ее распаковал. Вот так она выглядит. Просто огромная куча, которая пойдет просто в помойку после выкусывания деталек. Давайте разберемся с тем, что помельче. Во-первых, проволочка, которая нужна для оружия, вылетающего из рук. Типа как у Саб-Зира. Нет, не у Саб-Зира, у Скорпиона. Черт, фанат МК. Простите меня. Тут декали сухие, мокрые всякие. Я их не клею, потому что я нубью. И болтики для монтажа подставки. Такие были уже в Redframe у меня, поэтому я справлюсь с ними. Так, и сами литники. Это литник F. Кстати, на старых литниках буквы написаны на них, они выдавлены. На новых они продавлены по трафарету. Ну, здесь детали оружия, детали корпуса, рук. Вот видны пальцы таза. Всякие детали переходные, движущиеся. Я не знаю, как тут ловит, не ловит фокус. Наверное, ловит. Наверное, нет. Но это не важно. Так. Это у нас что? Это К. Ну, тут детали, видимо, бэкпака. Крылья. Все легонькое. Пластик, кстати, такой поплотнее, чем вот в новых. В новых он-то попроще. А здесь прям такой кондовый. Прям чувствуется. Потверже, покачественнее. Так, это J.
Здесь у нас руки не разборные, целиковые. Меняются, видимо, на шарнирах. Различный вариант кулаков. Снова детали корпуса. Внутренние. Переходные. Так, это у нас H и H. Два H литника одинаковых. Это детали ног. Различные. Внутренние. Так, это у нас литник G. Красный. Единственный красный. Это, видимо, украшательство внешней брони. Так, здесь у нас мягкий литник. Это всякие шарниры. Да. Все мягонько. Почти резиновое. Так, литник E. Здесь у нас детали бэкпака. Ну, наверное, это все с бэкпака. Не вижу здесь ничего такого. Два литника C серые. Кстати, здесь такой светло-серый. А вот у фреймов он более темно-серый. Видимо, другая пластмасса. Они одинаковые. Это, скорее всего, внешние части брони. Так, здесь у нас оружие. Это литники I. Да, вот видно силуэт оружия. И всякие переходные внутренние детальки. Два литника D. Опять же, с внутренними деталями таза, скорее всего, и ног. Так, два литника. О! Тоже, видимо, с деталями бэкпака видно крылья. Литник A, как всегда, самый разнообразный по цветовому и вообще пластику. Тут, видимо, экшен-эффекты. Такого прозрачного пластика. Визоры различные. Из прозрачного тоже пластика. Серый пластик оружия, серый пластик шарниров, какие-то соединительные детальки и части головы и части брони, видимо, закрывающие, желтые. Да нет, желтые, просто, наверное, у вас цвет оранжевый, может, из-за баланса белого, но нет, они желтые, такие темно-темно-желтые, апельсиновые. И литник B. Различные детали туловища, пилоты. Которых Бандай почему-то предлагает красить. Интересно, кто-нибудь этим занимается? Хотя да, наверное, занимаются. И опять же, детали ног, детали головы, детали брони. Ну вот как-то так. Я не знаю, когда выйдет это видео, когда я соберу, или когда еще только буду собирать. Я, конечно, постараюсь. Ну, в посте оно тоже будет, чтобы вы увидели всю вот эту красоту. Вот, примерно вот так. Подставочкой собранную. Ну все, извините, что так мало рассказал. Я когда-нибудь посмотрю какой-нибудь Гандам, обязательно разберусь, что я накупил, что я собрал. А пока, бывайте. Встретимся в следующих видео.